Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 22 мая 2015 года. И вот мы с вами сегодня вот такой хворост попиленный укладываем в эти ящики. Вот такие предварительно застеленные полиэтиленом, любым вот таким мешком, например, крупные фракции откладываем. Другой ящик, а сюда только мелкий хворост. И далее этот мелкий хворост плотно набиваем в ящик, но предварительно его застилаем картоном, чтобы этим хворостом пленку слишком не продырявило. Дырявить ее, конечно, можно, но стараться поменьше. Вот тут уже два ящика у нас стоят. И теперь на эти ящики можно укладывать траву, бурьян, который мы очищаем сейчас, землянику садовую. Вот три ящика уложено. Стараться их надо укладывать горизонтально. И теперь на эти ящики выкладываем тот бурьян, который у нас выбран из клубники. И этого бурьяна может быть до 30 сантиметров. Здесь довольно толстый слой, который опять-таки плотно утрамбовываем ногами, застилаем несколькими слоями картона и потом уже на них покрышки. Вот все это дело таким образом крамбуется, а дальше на них укладывается на этот картон покрышки. Ну а в покрышке уже высаживаются наши кабачки вот таким образом, патиссоны, тыквы, и все это сверху закрывается, соответственно, вот таким образом каталором, чтобы им было теплее. Ну, потом второй ряд вот этих покрышек будет снят. Вот такая простая технология вермисептика ящично-секционного. Почему ящично-секционного? Потому что в каждом вот этом ящике получается отдельная секция, в зависимости от на какой глубине этот ящик будет установлен, в нем обеспечивается прекрасная вентиляция, влажность и корм. Что еще нужно червячишке для полного счастья? Влага. Ну а влага будет обеспечена за счет вот этого кольца, которое будет установлено. Позже я покажу вам, как это кольцо устанавливается и в каком месте поливается, чтобы под корни уже попадала теплая вода. Здоровья вам и благополучия!